Так, вот такая горка блинов. Сейчас поедим. И вот такое варенье Дима открыл. Это варенье из персиков, которое делали летом. Ни разу не пробовали. Сейчас Очень будем вкусно. пробовать. Наверное, очень сладкое. Нет. Нет? Вот, смотрите, какие мы цветы красивые купили. Дим, покажи чаек. Сейчас. На самой стороне машины. Вот. И чаек. Вот чаек. Очень красивый. Подарочный набор. И вот такие вот конфетки. Которые мы вчера схомячили. Это детям. И тоже вот сейчас подарим Елене Александровне. Ай? А он не будет смотреть. Да. Мы подарим Елене Александровне, нашему хорошему другу, хорошей женщине. Вот. Все купили сразу в Ашане. У нее сегодня день рождения, сейчас повезем. А деньги не сняли? Нет. Блин. Где-то надо снять будут деньги. А, мы сейчас в космосе, мы же там поедем. Чтобы, да, чтобы свечки можно было купить, потому что сегодня праздник церковный. Вот. И, в общем-то, такие дела. Да? Угу. Очень приятно всем женщинам цветы в любом случае. И чай. Она очень любит, да, естественно, как и любая нормальная женщина, цветы. Вот. И я думаю, такие тоже понравятся. Дим сказал, что это какие-то рождественские цветы. Но название у них... Успение. Да, название какое-то странное. По-моему, я могу ошибаться. Дима ушел пока в Сбербанк, потому что нужно будет купить свечки в церкви, а в церкви нет терминала, и переводом никуда нельзя тоже отправить. И я быстрее открыла такую конфетку. Вот, вольская, на сливках, с какао. Видите, вот она глазированная, с шоколадом. То есть это та самая коровка. Но глазированная. Безумно вкусно. Да, вот, с работы, в общем, приехали домой. У нас в нашем доме пункт выдачи Вальберис. Там пришли кое-какие подарочки на Новый год, не будем говорить, а то вдруг тот, кому эти подарочки, посмотрит видео, да. Вот. Перестанет верить в Деда Мороза. Да нет, это мы не от Деда Мороза же. А Дед Мороз я не знаю. Так, вот еще такой набор полотенец, тоже новогодних, вафельные полотенцы. Вафельные, набор вафельных полотенец, денежный заяц, 4 штуки. Тут петелька есть. В общем, такие красивые, но это подарок кому-нибудь, поэтому открывать не буду. Еще я говорила про белорусскую косметику Люкс Визаж и случайно нашла ее на Вальберис. У девушки здесь я покупала за 200 рублей, такой блеск нереальный, просто 0,4. А на Вальберис нашла за 145 рублей. Он классный. Также из этой косметики купила за 200 рублей вот такую Люкс Визаж тоже. Подводка для глаз цветная, зеленого цвета. Никогда у меня не было подводок таких жидких. Попробую, как тут получится. Так, зашли домой. Всего лишь навсего положила пакетик бумажный. И, пожалуйста, тут как тут. Ричи в пакетике. Пока отойду, посмотрим, что он будет делать.
сделать. Вот он как, вот он как может коготочки чесать, обтесалку свою, обтесальную чесалку, он как коготочки чесит. Дим, я снимаю риченьку в пакете. Рич в пакете? Да. Я, я поставила скрытую камеру. Ай! Ай! Кот в мешке? Класс. Да. Ксюша. Все. Да, Филипп, не надо. Сейчас там. Сейчас массово выгоню. Марсы. Есть просто. Ты есть? Ты голодный? Недавно давал. Кто тебя целый день не кормит? Звери. Недавно я буду трогать. Ко мне же пришел. Так. Ты видела палки? Пока ничего не видела. Там меня видно, Филипп? Нет. Только пакет. Не видно? Сейчас пока там пойдет. Пошли вон. Сейчас Марс выглядит. Мой. Марс. Голодный. Убежал? Да. Пошли, выключишь? Угу. А куда побежал?